Холодильник – одно из самых важнейших устройств в доме, и от его выбора зависит, как долго и как много будет сохраняться продуктов, а также нужно ли будет тратить время на его обслуживание. Компактный холодильник – это узкое и низкое устройство с одной камерой. Морозилка отсутствует или находится внутри. Полноразмерный холодильник подойдет тем, у кого есть отдельная морозильная камера и кому требуется холодильная камера большого размера, но не нужна морозилка. Например, в большой офис. Устройство с морозильной камерой более универсально. Side-by-side – это модель с внушительными габаритами и распашными дверями, а холодильная и морозильная камеры находятся по обе стороны. Однако не стоит подпирать такой холодильник стенами, так как это помешает открытию дверей. Исключением являются модели с нулевым зазором дверцы. У них ящики свободно выдвигаются при открытии дверцы на 90 градусов. Еще один вид – это встраиваемый холодильник, который скрывается за внешним фасадом кухни и лучше вписывается в интерьер. Объема камеры до 150 литров достаточно для небольшого офиса и дачи. 170-250 литров потребуется для одного человека. 250-350 литров – оптимальная модель для двух человек, а 350-450 – для семьи из 3-4 человек. Камера более 450 литров нужна для большой семьи или для тех, кто готовит много еды. Стандартный компрессор работает на максимальной мощности и отключается, когда в камере достигается нужная температура. Затем он включается вновь. Инверторный компрессор не выключается, а просто сбавляет обороты. Благодаря этому он меньше шумит, имеет более долгий срок службы и сохраняет небольшое энергопотребление. При ручном размораживании холодильник нужно отключать от сети, ждать, пока он оттает, а после отмывать. В капельной системе конденсат собирается на задней стенке и затем стекает в специальную емкость, где он испаряется. Однако иногда устройство необходимо размораживать вручную из-за образовавшейся наледи на внутренних стенках. Система No Frost размораживает холодильник автоматически. В ней установлено несколько вентиляторов, которые выветривают лишнюю влагу и конденсат. Однако в такой модели продукты лучше хранить в закрытом виде. Зона свежести или нулевая камера – это отсек, где поддерживается около нулевая температура. Некоторые модели имеют две зоны свежести – сухую и влажную. В сухой зоне можно хранить мясо, сыр и морепродукты, которые планируется использовать в ближайшее время. Во влажной – овощи, фрукты, ягоды, которые сохраняют свою свежесть до нескольких недель. Обратите внимание, что в холодильнике могут быть обычные ящики для овощей и фруктов, и они не считаются нулевой камерой. Функции суперохлаждения и суперзаморозки позволяют моментально создавать условия для хранения продуктов. Это актуально, если продукты покупаются сразу в большом количестве. В режиме «отпуск» холодильник перестает работать на полной мощности. Он тратит меньше электроэнергии, однако не сможет сохранить скоропортящиеся продукты. Автономное сохранение холода показывает, сколько времени модель сможет поддерживать низкую температуру после отключения электричества. В некоторых моделях можно изменять настройки холодильника через смартфон, а чтобы эти настройки не смог случайно изменить ребенок, потребуется блокировка от детей. Индикация открытой двери пригодится забывчивым людям. Если желаете получать из холодильника кубики льда и охлажденную воду, потребуется генератор льда и диспенсер, но для этого нужно подключить устройство к водопроводу. Антибактериальное покрытие препятствует появлению и размножению плесени, грибков и других вредных микроорганизмов, что положительно влияет на срок годности продуктов. Подставки для бутылок и яиц добавят удобства при хранении соответствующих продуктов. Класс энергопотребления показывает, сколько энергии потребляет модель. Наиболее экономичными являются устройства класса А+, и выше. Обратите внимание на климатические классы. Если вы собираетесь держать холодильник в подвале или ином прохладном месте, то лучше взять класс SN. А если на него будут падать прямые лучи солнца, тогда ST или Т. В остальных случаях на это можно не обращать внимания. Теперь вы можете подобрать нужный именно вам холодильник. Огромный выбор техники по выгодным ценам на Sulpak KZ. Sulpak. Обходитесь без лишних трат.